Ну вот и проверим. Ну, не знаю. Че пиздик. А почему он решил, что для него это удобная карта? Ну, может быть, потому что... Это... это... Невеста? Да. Ну, пойдем смотреть. Ебать, она ржет. Охереть, ну ясно, все. Да иди сюда. Да че, Мичка? Выломала мейн. Ага. Ай, какая красивая, боже. Какая красивая. Ха-ха-ха-ха. Так смешно смеется. Да стой ты, блин. Включила турборежим. Блять, ебаный ты. Я посмотреть. Да я посмотреть на тебя, что ты делаешь. Так, я ушла. Что ты там говорила? Сливаться? А, игрушка, хуюшка, ясно, блядь. До свидания. Да давай поиграем, чё ты, так интересно. Ой, ты ко мне бежишь? Давай, иди сюда. Играйте, играйте. Иди сюда. Ой, какая красивая. Она факи показывает. В очко себе пусть засунет его, блядь. Они разговаривают? Они разговаривают? Он ее спросил, нужна помощь? Прикол, она хилищемся, кстати. Серьезно? Угу. Блять, с игрушкой и еще этот чипизник. А что, это удобно, кстати? Да это неудобно, никто играть так не будет, нахуй нам сралось. Нет, для ману удобно. Понятное дело, что не для сырого. Так кричит прикольно. Вообще, да? А чё, по генам всё завели? Hello? Да, я здесь. Ай, весёлая, не могу, ай, весёлая, не могу. Я не планирую вообще сегодня чиниться или что-то такое. А какая она веселая, не могу. Ай, какая красивая. Извините. Кстати, очкаток. Да как ты заебала, тварь туннелерская. Да. Ну, кстати, знаете, в чем прикол? Вот конкретно на этот скин... Игрушку брать не надо. А потому что она слишком болтливая. Она, короче, она внизу бегает, я слышу. Hello? Anybody's here? Я такая, да. Очень полезный, кстати, навык игрушка. А что, что дышит, а? Так громко. Пью-то выпиливаю. Ну поздравляйте, есть первый генератор, блядь. Чел, ты мне сломал просто. Ой, в смысле? Ты мою выпилил. Да. Да. Фигеть. Ты на меня выбежала. Я, короче, вот только говорю. Порадуйтесь, у нас будет первый генератор. Чел проваливает проверку. Такую речь мне испортил. Нервничает. Мее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 ee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 
Маген тихо уходит. Не выйти. Ну, ладно, да. Ну, бежите, да, бежите, 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 бежите. За мной, серьезно, ты чё? Ты чё, в смысле? Уай, ты чё прыгаешь в окно?
Палеток боишься? А, сучка. Нормально ты, конечно. Выпилите мою игрушку. Почему-то кажется, что она плач. Да не слепи ты. Вдруг она увидит. Ты же мельницу выпилил, да? Угу. Да, я думаю, она где-нибудь плачет. Так, еще Генчик. Ой, Генчик, говорю. Блять, она у меня. Да. Спасибо. Пожалуйста. А у нее что-то на аура. И мне укрыться, скорее всего. Теперь надо Ярика искать порчу, да? К висельнику пошла. Блять. О, привет! Промазала. Скорее всего, мэй. Ой, получила. Мою выпилили, все. Ты остался. Я выпилил, да, я знаю. На меня бросил. Нет, не бросил. Ой. Я умираю. Да-да-да, я умираю. Обидно. Вы один чините? Да. Он реально с ней разговаривает. Он с Чаки не разговаривает. А с ней разговаривает. Прикольно. Она мейн. Так, остался на мельнице ген. На висельнике, наверное, да? Рядом с моей. На висельнике вычинен. Вот самый первый был вычинен. На висельнике вычинен. Хибана Токсик называется, чумичка. Яри. Мельница. Да я не вижу. Я ее не слышу. Она здесь. А, ну то. А мне не надо ее слышать. Что ты ехаешь, а? О! Уф-уф-уф-уф. Мощно. За тобой? Нет, Генчик ударил. А, ты против за ней, потому что. Побежала, что ли? Да. Угу. Блин, а о, где, где Джефф чинит? За висельником угол. Игрушка найдена. Тебе по прямой просто к нему. Упсик. Я подвал. Что ты делаешь? Ну, она так смеется, брат. Блин, мы не успеем, да? Эй, успей. Давай день. Ой-ой-ой. Конечно. Блин, я хочу такой скин. Вот и... А ты же можешь, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, что ты кричишь-то, ёптвою налево. Ладно, Катя, я думал, где скин. Он открыл? Дурак, что ли? Я скажу... Блядь, где это? Висельники. Блять. Я же мог туда добежать, слачи.
Ну что ты так орешь? Ну застрял твой, как все дурацкие. Да, спасибо, друг, блять. Нахуй ему помогал дочинить. Ой. Записываешь катку, никого не трогаешь. И тут этот прекрасный кот застревает где-то лапой и орёт, что есть мочи просто на запись. Молодец. Красавчик. Прям как Джефф. Такой же, блядь. Я видела, что он сбежал.